Всем привет, с вами Елена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. И сегодня у меня проект Мега Плюс, как без вложений, так и с вложениями. Дает при регистрации $50 на депозит. Значит, так вот он выглядит. И партнерская программа разовое отчисление от суммы вклада реферала 10,3%. Плюс партнерская прибыль и ежесуточные отчисления от прибыли реферала 8,5%. Регистрация здесь простая. Вводим мобильный телефон, пароль, повторяем пароль. Далее нажимаете вкладочку «Зарегистрироваться». У вас откроется окошко. Вводите цифровую капчу. Далее вводите цифровую капчу и попадаем в кабинет. Значит, бонус вот у меня, ваш бонус $50 вот у меня на балансе. Значит, и что? Это наш основной баланс. Это для тех, кто будет вкладывать. Минимальный депозит $1 от $1. Так, я хочу сюда закинуть $2. Значит, это бонусы. Его мы ложим на депозит. Это счет для вывода от основного для тех, кто вкладывает вот это. Вот этот счет ниже, бонусный, сюда будут начисляться проценты от бонусных начислений. Бонусные начисления, да, проценты. Как наберется $10, вот минимальный вывод $10 на вот бонусные денежки. Набирается здесь $10, конвертируется вот в эту счет основной, и его можно будет выводить. Также, кто пополняет от $1 и выше, минимальный вывод 10 центов. Так, далее что? Давайте пройдемся по вкладочкам. Вкладочка «Вывести» у нас. Пополнить я потом вот буду пополнять. Значит, платежные системы. Выбирайте, например, Payeer. Так. Вводите номер кошелька, сумму, нажимаете «Вывести». Значит, что у нас здесь? Как я уже сказала, на бонусные $10 минимальный вывод. А так 10 центов. Тот, кто вкладывает. От 10 центов. Минимальный вывод. Так, далее. Здесь вкладочка «Вложить». Вот. Значит, от 1 до 1000 долларов по 3,1% в день. Это кто вкладывает. Вот здесь вложить долю. Вот это ваша доля, $50. Под 4,8% в день. Нажимаете, я сейчас не буду вкладывать, я попозже это сделаю, потому что я хочу, здесь есть бонусы еще, я вам сейчас покажу все. Хочу, чтобы мне за видеообзор начислили бонус, я пошлю, и тогда я всю сумму уже вложу в долю, потому что бонусы, как бы, все это в одну кучку. Значит, выбираете «Выбрать», открываете «Депозит». И у вас пойдут начисления. Но нужно заходить ежедневно в кабинет, те, кто без вложений, и нажимать на кнопочку, чтобы активировать обратно, чтобы шли начисления уже на следующий день. Понятно. Ну, здесь уже больше, как бы. Так. Ну, здесь вот информация. Поделиться в соцсетях. Далее, здесь будут ваши вклады. Я еще ничего не делала. Так, далее, партнерская программа, как я уже сказала. Значит, вот здесь вот сразу находится ваша партнерская ссылочка. И ваша партнерская ссылочка также. Так, где-то она здесь должна быть. Ага, вот она. Также вот ваша партнерская ссылочка здесь. Значит, для перехода, в регистрации, прибыль. Здесь все очень подробно расписано. Так, про проценты я вам говорила. Значит, здесь история.
и бонусы. Вот самые такие интересные плюшки. Значит, бонус за пост. Значит, вашему вниманию предоставлено два бонуса за публикацию статей в социальной сети ВКонтакте и Facebook. Опубликуйте рекламный пост, материал и получите вознаграждение $5. Опубликуйте рекламный пост, материал и получите вознаграждение $5. Это ВКонтакте, это на Facebook. Делаете пост и нажимаете «Опубликовать», ссылочку на пост, конечно же. Далее еще, кто любит как бы видеоблогерам, да, бонус за отснятый видеообзор о ресурсе. Более подробная информация и инструкцию по бонусу предоставлен в разделе «Настройки». Вот $30 здесь за видеообзор. Нажимаем «Подробнее». И здесь что нужно? Ссылочку вот сюда на видеообзор. Здесь информация. Так, сумма вознаграждения в случае, если ваш... Секундочку, реклама моя. Так, сумма вознаграждения в случае, если ваш видеообзор соответствует всем требованиям администрации, критерии отбора, не разглашается. И сумма вознаграждения в случае, если ваш видеообзор хорошего качества и несет много полезной информации, но раскрыт не полностью. $10. Вот. Такой или такой бонус мне дадут. И я хочу тогда уже полностью сумму все вложить. Далее что? Сюда вводим имя, фамилию, отчество, email адрес. Нажимаем «Сохранить данные». Так. Вот такие плюшки. И бонусы здесь как бы они периодически обновляются. Так, далее. Здесь настройки. Значит, настройки личного кабинета разделены на подразделы. Для перехода между разделами используйте меню настроек. Так. Видеообзор, ревбэк, авторизация. Так. Здесь помощь. Здесь можно что? Если возникнут какие-то вопросы, можно обратиться в службу поддержки. Значит, тема вашего обращения, содержание, отправить вопрос. И здесь графики работы. Значит, далее. И вопросы-ответы. Самые такие популярные вопросы сами уже прочтете. И график работы, как они работают. Будние дни с 10 утра до 22 вечера. Выходные и праздники с 10 до 20. Это служба по работе с клиентами. Финансовый отдел. Будние дни с 10 до 22. Выходные и праздники с 10 до 20.00. Так. И системные администраторы. Так, в две смены работают круглосуточно и в будни, и в выходные. И ознакомьтесь с вопросами-ответами, пожалуйста. Далее, ну что, а я хочу пополнить. Я выбираю платежную систему Payeer. Ввожу сумму $2. Так, комиссию за не взимаем. Нажимаю «Далее». Нажимаю «Пополнить». Перебрасывает меня на платежную систему. Значит, у меня на балансе появилось $2. И я хочу внести. Так, вложить. Значит, нажимаю. Так, вложить в облако. Выбрать. Так. Далее что? Что здесь? Так, сделать бы все правильно. Для выбора счета списания нажмите кнопку «Выбрать». Вот у меня $2. Нажимаю «Выбрать». Значит, что? Сборку 2, наверное, поставлю. И мне в сутки будет идти 6 центов. Понимаем это, да? Здесь сразу калькулятор как бы дохода. На срок месяца. Вот здесь 3 стоит.
Ну пусть на 3 месяца и стоит так. Чё уж я буду. Так, закрыть бы это все. Так. На 3 месяца. Так. Так, совершить вклад. Ожидайте выполнения операции. Все. Так, ваш вклад был сформирован. Закрыть вкладку. Так, теперь я, моя сумма списалась. Ваши вклады, вкладочку открываю. И, пожалуйста, вот мои. У вас будет точно так же, когда вы откроете на бонусный счет. Так, только вам нужно будет заходить и нажимать на вкладочку ежедневно, чтобы продлевать, чтобы вам, ваши проценты вам ежедневно как бы начислялись. Вот. Следующая выплата 12.49. Ну, в принципе, все я такое рассказала. Ничего здесь сложного нет. Проект без вложений можно, конечно же. И плюс еще бонусы. Это все бонусы, они обновляются. И как бы на бонусные зарабатывать, накопится $10. Они, как я уже сказала, конвертируются, перейдут на основной счет. И можно будет ставить на вывод. Ну а я же, когда у меня будет поднакопиться сумма, также поставлю на вывод. На этом все. Всем удачи, больших заработков. До новых встреч.